Новый год со старыми проблемами. Судебные тяжбы о сносе кафе «Кантри» в центре города продолжатся и в 2022 году. На январь назначены заседания с допросами экспертов, на которых будут обсуждать разные технические нюансы, включая пожароопасность возведенного посреди тротуара здания. Главная задача – выяснить, насколько его расположение уместно и допустимо по соседству с рядом стоящим историческим зданием почты. Напомню, в апреле Центральный районный суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры. Та потребовала снести строение и признать выдачу разрешений на реконструкцию незаконной. После прокуратура обжаловала решение суда.